Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня будет видео про уход за кожей лица. Давно такого ролика не было. И плюс здесь абсолютно все новые продукты. Есть один повтор, но я хочу вам рассказать, так как много новых зрителей. В общем, все этапы буду рассказывать. Абсолютные фавориты, которые делают кожу гладкой, уменьшают поры, делают более молодой. Начнем с того, сколько мне лет. Мне 34 года, у меня нет никаких уколов красоты. Самое, наверное, что такое я пробовала в уходе за собой, это кислотный какой-то уход, но делаю также еще мезотерапию в кожу головы, и это очень больно, я не представляю, как делать какие-то уколы красоты в лицо. Здесь будут такие продукты, которые обеспечивают прям такой лифтинг, и вот у меня подружки колят там ботокс или что-то, кожа такая блестящая, красивая, я это признаю, но здесь вот после кремов на утро я просыпаюсь точно такая же, при этом не испытываю боли. Поэтому хочу с вами поделиться. Давайте начнем. Да, забыла сказать, если новые зрители, у меня тип кожи комбинированный. В Т-зоне жирные, черные точки, расширенные поры. Причем есть очень такие крупные поры, с которыми мне бороться придется всю жизнь. А дальше кожа, то, что касается вот холодного периода, осень-зима, щеки, лоб, требуется мне больше какого-то вот увлажнения. Я люблю, чтобы был какой-то хороший крем, обязательно какой-то хороший дорогой крем, и мне нравится хорошо питать, увлажнять свою кожу. У меня до этого был Сислей, сейчас Герлен. То, что касается люкса, я очень из всех люксов ухода, вот там Шанель, что-то у меня еще было, я не помню, мне нравится именно Герлен. И первое, с чего хочу начать, это мусс для умывания Герлен, объем 150 мл. Это самое нежное умывание, которое у меня когда-либо было. Во-первых, очень экономичный. Несмотря на то, что здесь 150 мл, этой пенки хватает на очень-очень долго. Итак, повторюсь, ее хватает на очень долго, она сохраняет такое вот естественное увлажнение кожи после умывания, то есть вы когда умылись, нет стянутости. Для меня это очень важно. Плюс она отлично очищает, и у нее прекрасный аромат белого чая, жасмина, и, по-моему, здесь еще также мускус. Такой люксовый, приятный аромат, в общем, в стиле Герлен, и красивая-красивая упаковка. Носик выглядит таким образом, отлично выдавливается, наносится, то есть все в этой пенке прекрасно. Даже сейчас я открыла колпачок, и звучит прекрасный-прекрасный аромат. Это то, что касается очищения. Единственное, что мне я не подрассчитала, я пользуюсь Луной, и вот она уже идет вспененная, и поэтому мне необходимо немного больше продукта, да, то есть выходит, она уже вспененная, и не совсем консистенция мне подходит для Луны. Я не буду сейчас останавливаться на уходе Сенсай, я об этом рассказывала в коробочке Ароматека, но у меня есть вот такое вот еще масло, и я предпочитаю вот его использовать вместе с Луной. То есть про Сенсай я не буду рассказывать, просто покажу, что да, я пользуюсь, я чередую уход за лицом, точно так же, как уход за волосами, уход за телом. Все чередую. Дальше, абсолютный фаворит, это тоник для лица, лосьон. Обычно лосьоны не выполняют никакой функции, часто бывают моим разочарованием. За все время ведения YouTube и пользования косметикой, когда я ищу что-то новое, мой любимый был тоник, это от Pixi, но его тяжело достать. Мне его присылала на самом деле подруга, я не покупала, из Копенгагена она мне присылала. И сейчас я попробовала Holy Land. Я думаю, что многие зрительницы пользовались, но я почему-то вот только сейчас дошла до этой торговой марки. Я под впечатлением, он мне безумно нравится. Единственное, что у него достаточно высокий ценовой уровень, исходя из того, что маленький объем, всего лишь 125 мл, срок после вскрытия 12 месяцев, и немного, что мне не нравится, в нем вот эта вот упаковка. Сам носик мне неудобно наносить. Но в остальном, то, что касается самого продукта, он превосходный, великолепный. Кожа до такой степени блестит, и я больше не буду отказываться от кислотных тоников. То есть я приняла решение, что в моем уходе обязательно что-то должно быть, что обновляет кожу, снимает старые эти клетки, кожа становится более блестящей, молодой, более обновленной. Тоник однозначный фаворит.
Уйдет он у меня очень быстро, потому что я им пользуюсь после каждого умывания. Не представляю своей жизни без этого тоника. Holy Land Alpha Complex. Я все картинки вставлю. Здесь в состав входит у него молочная, гликолевая, малиновая, лимонная кислота, экстракт мимозы, персика и инжира. Тоник от 18 лет можно пользоваться. Торговая марка – это страна-производитель Израиль. И они относят эту торговую марку к профессиональным, да, продается в салонах и так далее. Я думаю, многие уже знают, прям любимый, и хочу попробовать много чего из этой торговой марки, и крема, и для лица, и вокруг глаз. Но основное то, что сказала, кожа обновляет просто невероятно быстро, блестит лицо такое молодое, прям живое, красивый цвет у лица, свежий выглядит. Пишет, что избавляет от пигментных пятен, но пигментных пятен у меня нет. Ничего не могу подсказать по этому поводу. Слава богу, нет пигментных пятен, но тоник отлично мне выровнял. Есть высыпание, сделал кожу более гладкой, более ровной, молодой, свежей и так далее. Поэтому повторю 100% его. Не буду нигде ходить по другим торговым маркам, гоняться за Пикси. Вот этот прям лучше. Я так вдумывалась, думаю, ну какой же тоник все-таки лучше, Пикси или этот Holy Land? Наверное, вот Holy Land мне больше нравится. Дальше. Хочу показать прям гордость в моем уходе. Сменил этот крем, мой любимый крем от Сислей, черная орхидея. Черная орхидея или черная роза, господи, в сиреневой этой упаковке. В общем, кому интересно, посмотрите мое прошлое видео. Крем от Сислей великолепный, прекрасный, он мне по-прежнему нравится, но у него легкая текстура, и он подходит больше на летнее время года. Поэтому на такой холодный период мне нужно больше питания. И я что покупала? Помады в Герлин. Девочка мне всучила пробники. Я знаю, что этот крем мне раньше не подходил. У него есть разные-разные консистенции. У меня именно дневной крем с витамином С. То есть он более легкий, насколько я помню, чем вот ночной и еще какой-то там есть крем. Тут нужно быть осторожной в выборе. В общем, он мне не подходил, этот крем. Но я попробовала пробники и была приятно удивлена. Думаю, нет, наверное, что-то я не так поняла. Израсходовала один пробник. У меня было их много. Девочка вложила так на совесть. Второй, третий. Я поняла, что я влюбилась в этот крем. У него невероятно красивое оформление. Такой крем приятно иметь на своем столике. Вот с эстетической точки зрения рассматриваем. Дальше, когда открываешь упаковку, прекрасный аромат меда, еще чего-то. Я не знаю, такой тонкий, красивый. Чай захотелось с сыром, с медом. И невероятная текстура, которая отлично увлажняет. В общем, когда пользуешься этим кремом, это праздник. Здесь в упаковке находится, я так понимаю, защитная ложечка. Я ее не открывала. Давайте откроем вместе с вами. Я пользуюсь пальцами. Вот так она выглядит. Ну, это все лишнее. Было бы так красиво запаковано. Я этим не пользуюсь. Я пользуюсь пальцами. И коробка тоже с какими-то штрих-кодами. Я ничего не сканировала. Я не знаю, что это. Может быть, вы знаете. В общем, этому я не уделила достаточного внимания. Просто знаю, что продукт великолепный. Очень мне нравится. Итак, как я сказала, у меня дневной крем, который идет с витамином С. И в состав входит мед, маточное молочко, витамин С, масло жожоба, корень солодки, имбирь и гиалуроновая кислота. Дарит невероятный комфорт и отлично питает кожу. Так, чтобы там еще что-то делал крем, либо лифтинг, либо боролся с какими-то морщинами. Нет, этого ничего я не заметила, но он соответствует всем моим потребностям. Крем действительно хороший, перед покупкой советую брать пробники, пробовать, только потом покупать. Как я сказала раньше, он мне не подходил. Ну, видимо, происходят какие-то возрастные изменения, когда мне необходимо вот более мощное увлажнение, тем более на такой период года. Также, когда мне нужно легкое увлажнение, я пользуюсь этой эмульсией от Sensai, о ней я рассказывала, но ее не всегда мне достаточно, особенно если я пользуюсь вот этим вот тоником. А дальше нужно что-то более такое напитанное, питательное, вот с маточным молочком, видимо, мне необходимо.
Итак, давайте пройдусь по маскам, какие у меня есть. То, что осталось, кстати, из старого ухода, это маска Шанель с камелией. Их есть два вида. У меня та, что немножко подороже, потому что здесь больше объем и лучше состав. Сильно долго на ней останавливаться не буду. Единственное, что скажу. Она оправдывает ту цену, которую просит за нее производитель. Здесь 100 мл, и это крайне универсальная маска. Я люблю такие продукты. Для меня это маска, крем для лица, под глаза. В общем, три в одном. Я могу ее нанести и походить определенное время, и поверх этой маски нанести макияж. Я люблю такие маски. Она достаточно легкая, достаточно питательная, делает кожу гладкой, приятной. У нее безумной красоты аромат. И можно сказать, что из всего ухода Шанель это единственный продукт, который мне подходит. Мне его рекомендовали зрительницы, причем не одна девочка. Я им благодарна. Пользуюсь с превеликим удовольствием. Все продукты пропишу внизу, ставлю картинки. И, конечно же, я вам рекомендую. В Шанель также можно взять миниатюру, протестировать ее и понять, нужен вам продукт или нет. Но маска великолепная, она прозрачная. И в основном направлена на увлажнение. Больше ничего, как по мне, она не делает, но меня невероятно устраивает. Дальше хочу показать маску Реше. Очень любимая мной маска. Пользуюсь, стараюсь несколько раз в неделю, 3-4 раза, через день где-то. Она глиняная, черная, избавляет от черных точек. Когда вы наносите на лицо, ощущение такого немного холодка, она как ментоловая. Хотя вроде бы в составе я не вижу здесь ментола, но вот ощущение такого вот холодка. Держу ее 15-20 минут, как она высыхает, смываю, и кожа невероятно светлая, чистая, свежая. Такое ощущение, что я не знаю, спала 12 часов, у меня нет маленьких детей, и как будто бы моей коже 17 лет. Отлично очищает черные точки. Немного сужает, у меня просто они очень-очень крупные, избавляет от жирного блеска, который я имею в виду нездоровый жирный блеск на лице. И также в маске салициловая и лимонная кислота, которая избавляет от воспалений. У меня были такие крупные воспаления на лице, уже они сходят на нет, все заживает. Маской невероятно, невероятно довольна. И также в ней гиалуроновая кислота и масло жожоба. На 97,6% она натуральная. Я ссылки оставлю внизу. Все, что я пробую, я за это ручаюсь. Продукты действительно-действительно хорошие. Так красиво смотрится вот черное с белым. Я люблю эстетику во всем. Это две моих палочки-выручалочки, когда я не выспалась и нужно, чтобы лицо было красивым, свежим. Дальше давайте перейдем под глаза, что я использую, да, под глаза, и потом я покажу еще один уход, который понравится тем девочкам, которые любят аптечную косметику, которые любят вот The Ordinary, вот такого плана косметику. Derma-E – это новая косметика, аналог, который для меня подошел даже больше, чем The Ordinary, и прям работа на лицо. Лицо блестящее, красивое, молодое. Мощный такой прям лифтинг эффект. Но об этом попозже. Сейчас давайте то, что я использую под глаза. Значит, патчи. Я редко когда могу выспаться, но они помогают мне осветлить темные круги под глазами, убирают отечность, освежают и делают глаза более, не глаза, а кожу вокруг глаз более отдохнувшей и на себя приятно смотреть в зеркало. Патчи только использую тогда, когда, ну, действительно я уже совсем устала и ничего не помогает поставить лицо на место. У меня, я сейчас замечаю, плывет, конечно же, контур лица, всего лица и то, что касается вокруг глаз, и, ну, необходим лифтинг, это, но уже этого я не могу не замечать и не признавать. Вот эти вот патчи, я вставлю фотографию, не буду сейчас открывать, доставать упаковку. Они черные, плотно прилегают, и сами патчи биоразлагаемые, то есть они не будут загрязнять окружающую среду, а быстро, быстро разлагаются, это очень важно. Патчи содержат антиоксиданты, экстракт грейпфрута
И я их наношу на 15 минут, иногда можно дольше. Самой вот этой вот эссенции в упаковке очень много. Остаток можно нанести на руки. И сами патчи, я также вот, у меня такая, это, как это сказать, господи, здесь залом образуется между бровей, могу сюда наложить, либо на носогубки еще приклеить. Я так использую патчи, чтобы было более экономично и продуктивно. Дальше, еще одна моя любимая, одна из самых любимых торговых марок, то, что касается в уходе за лицом. Для меня в определенный период было открытием, что Испания славится хорошими торговыми марками в плане ухода, ценовой уровень доступный и максимально продуктивная, эффективная косметика. В этот раз я решила, то есть Сездерма у меня ранее была, то, что касается вокруг глаз, но у меня была линия, по-моему, с витамином С. Сейчас я решила попробовать фактор G, и я не прогадала. Крем просто бомбезный. Текстура. Это самая лучшая текстура, то, что касается в уходе вокруг глаз. Это то, что люблю я. Максимально проникает, питает, увлажняет. И что еще важно, этот крем нужно максимально близко наносить к ресницам. Я это делаю, в принципе, всегда, но иногда это чревато. То есть глаза слезятся, необходимо промыть и так далее. Но здесь этот крем помогает отрастить ресницы. Кроме того, что он стимулирует, во-первых, он идет для, ну как сказать, возрастной кожи. Ну, по некоторым источникам я нашла, что от 40 лет можно пользоваться этим кремом, в других источниках от 35. И, в общем, не суть важно. Я его взяла немножко так это наперед, скажем, мне еще 34. Но то, что касается кожи вокруг глаз, у меня вот это первое, то, что сдает, и прям такой минус в моем внешнем виде. Поэтому я взяла для более возрастной кожи. Крем помогает отрастить реснички и усиливает регенерацию клеток, чтобы кожа выглядела более молодой. Основное, с чем борется крем, это убирает признаки усталости, отечность и темные круги. Вот это последнее, что я купила из ухода, но эффект вижу, мне очень нравится. Объем 15 мл и срок годности 12 месяцев. Я думаю, что он у меня уйдет намного раньше. Да, еще забыла сказать, что у Сездермы очень приятный аромат груши. Достаточно ярко выраженный, как для такого маленького крема. По-моему, то, что касается в уходе за глазами, это, наверное, самый такой мощный продукт. Раз уж я взяла гель под глаза, давайте начну говорить. Косметика замечательная. Единственное, что максимально простой внешний вид, но то, что касается наполнения, наполнение превосходное. Косметика рабочая. Все упаковки у меня по 30 мл и срок годности 12 месяцев, а крем вокруг глаз 18. Значит, гель вокруг глаз, я вставлю фотографию, он вообще гелеобразный, прозрачный. Серия Selective, это значит, что она направлена, то есть имеет какую-то узкую направленность. Что касается этого геля, убирает отечность, следы усталости. Здесь в состав входит гиалуроновая кислота, также экстракт корней одуванчика, семена петрушки и корень солодки. У этого геля ярко выраженный лифтинг эффект. Вы его наносите легкими похлапывающими движениями, все по линии, и на утро видите результат. Я была под впечатлением. Запаха никакого нет, продукт отличный, как я говорила, это прям заменители, аналоги косметики Derma-E, The Ordinary. The Ordinary для меня не рабочая, поэтому я как бы не приверженец. Вот эта косметика на мне работает намного лучше. Дальше хочу показать также линия Selective. Это сыворотка. Идет название у нее ProBioSkin. Она помогает поддерживать микрофлору кожи лица, особенно если у вас кожа чувствительная. У меня, например, был стресс для организма, общий наркоз, операция, и я чувствую, что кожа не только лица, и вообще стала более сухая, необходимы витамины, полезные вещества. В общем, когда ваша
кожа была подвержена какому-то стрессу, приему антибиотиков и так далее, необходимо возобновить ваш pH и микрофлору, чтобы не было высыпаний, чтобы кожа была в балансе при помощи, например, вот такой вот сыворотки. Я наношу эту сыворотку после того, как я тщательно умылась, после того, как я нанесла свой тоник, эту сыворотку. И дальше я уже выбираю наносить, например, увлажняющий крем, который очень приятно пахнет персиком, либо крем Герлен. Крем Герлен у меня дневной, часто густо я пользуюсь им утром под макияж, либо днем, когда, например, сейчас я пойду смывать макияж, а на ночь я наношу тяжелую артиллерию, вот такой вот аптечный уход. Ну и также в косметологии, косметологические кабинеты пользуются этой косметикой. Сыворотку и потом вот этот вот крем. Этот крем является базовым. Здесь очень богатый состав. Он питает, защищает кожу от ультрафиолета. Основа крема — масло ши, миндаль, оливковое масло, гиалуроновая кислота, протеины шелка, алоэ вера, витамин Е и Д-пантенол. Крем идет для всех типов кожи. Он базовый, как я сказала. Очень приятный у него персиковый аромат. Девочки, такой был мой уход. Я считаю, как для меня это много такой ступенчатый, сложный уход, но я невероятно довольна. Это то, что помогло сделать мою кожу ровной, гладкой, и в мои 34 обходиться без уколов. Я буду и дальше гнуть эту линию, стоять на своем. А куда я закрываю видео? Я же хотела сделать маленький конкурс. Я уже завершаю, так подхожу. Я хотела сделать маленький конкурс. Я хотела разыграть косметичку. Это не то, чтобы какой-то невероятно большой подарок. Но так получилось, что за покупку крема мне подарили косметичку. Я решила, что какой-то девушке-подписчице будет приятно получить и сделать девушку более счастливой. Потому что у меня много этих косметичек, и мне хочется сделать кому-то приятно. Она такого вот розового цвета, причем линия вот такая с пчелкой Герлен. Видите, все закрыто, я ничего не трогала. Я еще сюда доложила подарочки. Что у нас здесь? Невероятная сыворотка Абель Рояль. Вот эта вот двухфазная. Здесь, по-моему, 8 штук. Этого хватит на очень долго. Здесь саше, которые необходимы сейчас. Я открою, боже мой, чтобы не порвать эту упаковку, чтобы оно достойно. Здесь вот такое саше, которого хватает на очень долго. Я эту сыворотку тоже опробовала. Она мне тоже нравится, я тоже хочу купить. Хоть бы Герлен хоть раз что-то бы подарил Кате Калашниковой. Господи. Вот такого саше хватит вам минимум на 2 раза. Она двойная, вот как идет в большой упаковке. Также в этих саше питает, увлажняет. Ну, я пока обхожусь своим кремом. В принципе, принцип тот же. Просто сыворотка у нее более такое... глубокое питание. Значит, здесь 8 штук. Дальше идут маленькие метеориты. Метеориты 5 мл. База. Я эту базу Герлен обожаю. Я не понимаю, почему у меня еще нет этой базы. Герлен, обратите внимание на мой канал. Это классная база, 5 мл. И вообще такой travel набор. Либо просто очень хорошее предложение, чтобы опробовать все продукты. Оп! Дальше идет Абель Рояль крем, только ночной, 5 мл. Это тоже очень достаточно, очень хорошо. Боже мой, что у меня какие-то перья. Дальше идет парфюм Герлен. Мон Герлен с ароматом роз, который мне очень нравится. Я его хвалила в прошлых видео, вы помните. Так, и здесь еще кое-что я доложила. Я доложила тоник Абель Рояль. И 2 тональных крема. Ну, они идут какого-то такого универсального оттенка. Я думаю, что подойдет. По крайней мере, попробовать текстуру. Ну, если что, нанесете бронзатор. Девочки, я думаю, что неплохой комплимент от меня. И, конечно же, останется косметичка, куда вы можете складывать помады. И все самое ходовое необходимое. Она небольшая, то есть сюда можно сложить косметику, которая... на каждый день, чем вы пользуетесь. Открыли, вы знаете, что вы сделаете. Сейчас полный мейк. Тушь, тенюшки, помадочку, кисточку, карандашик и румяшечку. Вот такая отличная косметичка. Сумку бросил, сумка осталась чистая, не запачканная. Смотрите, как я могу хорошо что-то продать. Что-то продать и предложить. Итак, на меня нужно быть подписанной в Инстаграм,
на YouTube, оставить комментарий. Я сделаю розыгрыш, как в прошлый раз, напишу номера и под каким-то номером вытяну комментарий и отправлю эту косметичку. Если вы не хотите получить подарок, можете писать комментарий, пишите, я не хочу подарок. Тогда я вас учитывать не буду. Какое получилось длинное видео, девочки, но это уход. Коротко об этом рассказать невозможно. В общем, кто досмотрел видео до конца, тот будет участвовать в этом розыгрыше. Я надеюсь, что вам видео понравилось. То, что я вам рекомендую, рассказываю все от души. Ни в жизни никогда я не советовала продукт, которым недовольна сама. Все, что здесь есть, я за это ручаюсь. И прям горжусь своим таким уходом. Я действительно им довольна. Сниму очки, покажу свое лицо. Были высыпания, но уже все сходит на нет. И вот кожа блестит. Это без ничего, без никаких баз. По-моему, я нанесла только сыворотку, вот эту вот гель-тек. Я даже крем никакой не наносила. Кожа выглядит превосходно для моего возраста, для, ну, я не знаю, моего образа жизни. Я очень довольна. Так, и что я хотела сказать? Я хотела сказать, какой аромат дня под такой мой образ. Черная водолазка, любимый браслет, любимые часы, красная помада. Я выбираю Edouard Sisley. Сегодня со мной и крем для тела. Сегодня именно этот выбрала для видео. Дарю вам хорошее настроение. Итак, я надеюсь, что видео было полезным. Задавайте вопросы, пишите, я на все отвечу. Может быть, я как-то схемы не рассказала. Девочки, схем нет. У меня одна единственная схема. Я как чувствую, я проснулась, смотрю на себя в зеркало. И я знаю, что я могу сейчас для себя сделать, чтобы выглядеть лучше. Все, буду закругляться. Мне нужно быстро успеть скушать баунти, пока не пришли дети, и выпить кофе. Иначе я сейчас и не успею моргнуть, как и ничего не было. И след остыл от баунти и кофе. Все. Целую вас, увидимся в следующих видео. Буду снимать сейчас, надеюсь, чаще.